Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Королевство коротышек. Ну что ж, у меня получилось открыть сундук. Так, и заходим в наш арсенал и посмотрим, что мы можем сделать интересного для нашего рыцаря. Так, уровень 8, уровень 9. Так, к сожалению, и все. Мы чуть-чуть не хватает ему сделать более что-то интересное. Так, по шлемам 8 уровень, 9. Также по шлемам мы ничего не можем ему добавить интересного. Так, эту модану, я думаю, удалим. Она, в принципе, не нужна. Так, лучница. Что у нас интересное с лучницей? Лук 8, 9. Так, ну, тут, в принципе, и ничего больше. По шляпам 8. Так, 9. И 10. О, мы сейчас ей сделаем хорошую новую. Ну, хотя мне это тоже шляпа очень нравилась. Она очень красивая. Ну что ж, посмотрим, что же будет. Какая другая бы шляпа. Ну, не очень. Она, конечно, красивая такая. Странная. Ну да ладно. Пусть будет так. И у нас остался наш волшебник. Так, волшебник. Давай мы тебе сделаем новую шляпу. Шестая, седьмая, восьмая. Так, ну. О, к сожалению, лучник. Ой, этот волшебник, мы тебе ничего, шляпу новую не сможем сделать. Извини, извини. Ладно, ладно, ладно. Проходим. Идем в бой. Угу. Так, ну что ж, давайте, ребятушки, посмотрим, что нас встречает. Здесь два дракона. Так. Сейчас мы ждем, ждем. Ждем, берем, бьем. Так, ждем. Так, 8 уровня у нас посох. Забираем. Так, ну в принципе это легкий. Мы его сейчас быстренько убьем. Так. Кто у нас? Ага. Ну, в принципе, несложно, несложно здесь. Так, взяли сундук, который очень тяжело открыть. Так, нифига себе, тут надо нам. Ух ты, молодец какая девчонка. Их быстро. Так, сейчас мы быстренько еще раз сделаем. Вот так вот. Залечимся, залечимся. Не надо забывать о лечении. Так, здесь дальше мы сделаем молнию. Молния быстро их убила, и все, я прошел. Офигеть. Два посоха и один меч мы взяли. Так, заходим в арсенал. В арсенал. Так, смотрим, что здесь у нас интересного. Так. Меч. Добавили всего уровня, нам он ни о чем. Так, волшебник. Посох. 9. И все. По шляпам тоже ничего интересного не сделано. Так, ладно, попробуем сундук открыть, который очень тяжело открывается. Так, раз, два, три. Так, сейчас попробуем. Раз, два, три. А, не успели. Очень быстро, вообще не знаю, как успеть. А, ладно. Смотри, 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 смотри. Опа. Вообще. Вот так, попробуй открыть сундук, а, слушай. Так, здесь тоже мы не сможем открыть. Так, а нет, один раз открыли мы. И еще раз. А, нет, ладно, сундук мы откроем в следующий раз. Эх, ну что ж, в бой, в бой. Так. Посмотрим. Может быть, мы и сегодня и пройдем всю игру. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Не буду я загадывать. Так, стреляем. Молнии. Ой, собираем, собираем. Не знаю, получится, не получится. Посмотрим. Так. Дракошку мы сейчас дракошечку убьем. Есть. Получили мы хороший шлем. Это хорошо. О, вот эти вообще сложные ребята. Мы сейчас попробуем их убить. Так, сейчас мы стрелами постреляем. Нет, ничего не получилось. Так, ждем. А, подлечимся. Давайте подлечимся сразу. Так, подлечились. Так, этих ребят сейчас попробуем. Ну, мы сейчас молнией их убьем. Вот, все. Молния, и сейчас мы начнем. Сейчас будем стрелять. Вот прям смотри, какие скелетоны. Я думал, вот эти вот мощные скелетоны. А тут получается еще один вот этот мощный скелетон, который его тяжело очень победить. Прям очень-очень тяжелый. О, все. Так, мы меч взяли 8 уровня. Это хорошо.
Так, сейчас. А, ну попробуем их убить. Возьмем вот эту штучку. Так, смерч. Давай, давай, смерч, работай, работай, работай. Есть! Победили. Ну, в принципе, ничего сложного не было в этом уровне абсолютно. Так, заходим в арсенал, смотрим, что у нас в арсенале есть. Так, тут ничего. А, мечи. У нас получается 8-й уровень. 9-й уровень. 10-й уровень. Ну что ж, наконец-то мы новый меч открываем. Оух, нифига, 11-го уровня меч. Это топор у него, смотри, какой. Круто. Мне бы еще шляпу тебе интересную бы добавить, но пока мы ничего не можем добавить. Так, здесь что у нас есть? Шляпа. И все. Так, лук. Что у нас здесь? Тоже ничего нету. Так, ты у нас. Посох. Мы тебе тоже посох, пока ничего не можем сделать. Шляпы. 8-й уровень, 9-й уровень. Ну пока все. Ладно. Идем дальше прохождать. Проходить уровень. Так. О, вот это у нас длинный будет уровень, я скажу тебе. Прям длинный уровень. Так, у нас есть, смотри, время, основное время. Заморозим. Так, шляпа. Угу. Так, сейчас сделаем смерч. Ну, в принципе, сейчас мы еще вас постреляем немножечко. Так, лук у нас, смотри, 8-й уровень, круто. Так, сейчас мы быстренько заморозим вас. Так, и давай мечом стрелять. Так, быстренько восстановим здоровье. Так, сейчас мы сделаем вам молнию. Хорошо, прям у нас вообще такие... У нас герои такие уже очень мощные стали. Так, стреляем. О, сундук. Ну, который мы потом тяжело открываем, конечно, всегда сундучок. Так, берем. Так, сейчас мы остановим время. Так. Возьмем. Сейчас сделаем смерч. Так, постреляем вас. А, молнию пока не спешим, не спешим. Сейчас на этих мы используем молнию, которая их уничтожит. Да, хорошо. Так, быстренько сейчас надо не забыть восстановиться. Так, сейчас мы их вас замораживаем, стреляем и еще сделаем такой вот смерч. О, все, выиграли. В принципе, смотри, очень легко мы выигрываем. Так, осталось чуть-чуть совершенно. А, ну в принципе мы сейчас будем с боссом воевать. Так, 8-го уровня. Так, пока тут ничего интересного мы не можем новенького сделать. Ладно. Так, здесь мы берем 8-го уровня, 9-го, 10-го. А, чуть-чуть не хватило до 11-го уровня. Ну ладно, по шляпам тоже у него ничего интересного нету. Так, ладно, дальше. Дальше проходим в бой. Это у нас получается, в принципе, последний уровень, что ли? Так, давайте так, аккуратненько. Так, теперь нам нужно аккуратненько проходить, чтобы выиграть. Так, заморозочку мы сейчас сделаем, заморозочку. Так, пробиваем. Есть у нас, смотри, новый этот самый шлем для нашего рыцаря. Так, дракошки. Мы сейчас вас постреляем. Так, есть. Так, сейчас... А, мы сейчас сделаем еще смерч. Смерч. Надо будет еще подлечиться, не забыть. Ну, подлечимся на следующем враге. Вот сейчас надо будет подлечиться. Так, подлечились. И я думаю, мы сделаем сейчас, постреляем вас. Так, есть. Шляпу не забудь. Берем шляпу. Так, три врага осталось. Так, заморозка времени. Так, меч. Молнию, не знаю, пускать, не пускать. Ну, давай запустим молнию. Так, отлично. Так, сейчас здесь запускаем стрелы. Так, и смерч. Смерч берем. Надо будет еще нам подлечиться. Так, подлечиваемся. Так. Ну что ж, пока мы ничего не тратим, ждем то, что у нас сейчас будет босс. Смотри, босс. А, нет, смотри, нет пока босса. Интересно, почему?
А где босс? Интересно, босса нету. Так, а может босс будет в следующей серии? Не, ну босс должен быть. Так, все, победили. Хорошо. А, ну вот сейчас и будет босс, в принципе. Так, берем арсенал. Тут что у нас? А мы сейчас, может быть, меч сделаем 9 уровня меч. Так, ну все, в принципе, по мечам все. А, ну вот еще. А, у нас будет новый шлем. 11-й. Вот, красивый меч. Ой, шлем, то есть. 11 уровня. Так, дальше у нас идет лучница. Так, что у нас интересного здесь? В принципе, все. Да? Шляпа. Нет, ну ладно. Ну что ж, сейчас мы будем проходить босса. Это вот будет вообще очень интересное прохождение. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять различных боссов. Так, а не, почему они вдвоем, интересно? А по одному почему вы не выходите? Так. Попробуем его. Нет, не получилось ему ничего сделать. Ладно. Так, ну мы его так, в принципе, вот так убьем. Есть. Так, сейчас делаем заморозку времени. А, ну мы сейчас их заморозим. Есть. Все, заморозили мы достаточно на долгое время, так что мы сейчас их нормально убьем. Так, давай, 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 еще, 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 еще. О, ну долго он стоял. Так, посох берем. Так, ну сейчас мы их постреляем. Да, быстро мы их убили. Берем сундук. Здесь мы пускаем смерч. Так, подлечиться нам нужно будет. Так, все, подлечились. Тут тоже, смотри, шлем 8 уровня, это круто. Вот он, босс, офигеть, заморозка. Заморозка. А, заморозка-то не работает на него, я забыл. На босса не работает заморозка, к сожалению. Так. Вот это босс, смотри, офигенный, мощный босс. Так, сейчас нужно подлечиться нам. Так, к сожалению, да, заморозка времени на них не работает, на этих боссов. Так. Стреляем. Да, нет, не получится, мне кажется, сейчас. Ну, сейчас попробуем. А, ну сейчас подлечимся, в принципе. Так, а может быть и получится убить. Ну, хотя навряд ли. Хотя навряд ли. Босс-то мощный, мощный. Прям такой, смотри, прям такой демон такой, смотри. Так, сейчас попробуем. Так вот сделаем. А, да сейчас подлечимся. Немножечко. И молнии. Но молния, я подожду, что второго уровня была молния. Потому что первого уровня она не особо сильная. Так. Давай, вот пошла молния. Есть. И у нас... Давай, стрелы, 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 стрелы. У нас все. Ну, подлечиться я сам себя не подлечу, к сожалению. Он не подлечивается. Чуть-чуть, чуть-чуть у нас-то оставалось, чтобы убить босса. Чуть-чуть совершенно. Так, попробуем арсенал, посмотрим, что здесь интересного. Так, а интересного здесь ничего нету, абсолютно. А, ну вот еще у этого, значит, получается. Может, посох мы сделаем? А, нет, посох только 10 уровня, ничего не получается. Ладно. Попробуем. А, нет, подожди, мы это не посмотрели. Что-то у рыцаря интересное. А что у рыцаря тут интересное? А, вот. Ну, в принципе, все, 9 уровня только. Мечи тоже тут ничего особого нету. Ладно. Проходим. Попробуем сейчас пройти. Так, в бой. Идем в бой. Так. Вот это боссы. Так, ждем. Этих боссов мы ждем. Так. Сейчас останавливаем время. В принципе, остановку времени можно использовать, потому что она особо и не важна. Потому что босс, он на остановку времени никак не реагирует. Так, есть. Так, сейчас мы используем меч. Так. Сейчас мы тоже сделаем остановку времени. А нет, мы сейчас сделаем, мы сейчас стрелы выпустим. Все нормально. Стрелы. Так. Сейчас мы подлечимся. Используем тоже опять заморозку времени. Нужно использовать меч. Так. Ну, мы его сейчас, в принципе, добьем. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Все, мы его убили. Так, ну что ж, босс.
босс остается. Так, берем, значит, стреляем, берем вот это вот, используем. Так, ждем пока заморозку времени, нам она ничего не дает. Так, подлечиться, подлечиться мы сейчас успеем, в принципе. Да, я сейчас скажу, когда подлечиться. Еще рано. В принципе, сейчас можно подлечиться. Так. Заморозка времени у нас, к сожалению, ничего не дает. Так, используем стрелы. Используем меч. А, ну сейчас подождем. Подождем немножечко меч. Все, используем меч. Так. Заморозка времени, к сожалению, ничего не дает. Так. А, может быть, рано, конечно, я использовал эту штучку. Так. Молния, молния. Все, мы его уничтожили. Мы уничтожили босса. Супер, супер, супер. Офигеть, победа! Нажимаем, чтобы продолжить. И у нас написано: поздравляем, задание выполнено. Спасибо за игру. Ну, так вот, мы прошли эту игру. Было очень интересно, очень много серий мы сняли, очень много серий. Ой, так, ну что ж, продолжить. И у нас, ну все у нас получается. Так, а что у нас здесь интересно? Арсенал откроем, арсенал. Тут, может быть, какой-нибудь новый меч мы откроем? Нет. Ничего такого интересного здесь ничего нету. А, ну у нас есть, смотри, в бой написано. Ну, если мы нажмем в бой, что будет? Будет бой? Да, будет бой. В принципе, смотрите, ребята, мы можем дальше продолжать бой. Интересно, не знаю зачем. Еще раз, что ли, босса этого уничтожить? Или, может быть, какие-нибудь новые открыть, не знаю, там мечи какие-нибудь, там лук какой-нибудь, там не знаю, да тот же самый волшебный какой-нибудь посох открыть, не знаю, не знаю. Так, сейчас посмотрим, может быть, что-нибудь откроем. Ну, для интереса мы еще раз пройдем, один раз попробуем. Интересно, у нас со второго раза получится босса убить или нет. Так, заморозочка. Так, сейчас мы сделаем восстановление силы. Так, жизни, то есть восстановление. Так, восстанавливаемся. Так, какой ты живучий, а? Слушай, ты не был же такой живучий в первом прохождении. Так, заморозочка. Он успел выстрелить, да, у нас гоненыш этот. А, видишь, а мы ничего не используем. Поэтому он что-то и всех и давит. Так, ну ладно. Сейчас мы сделаем так. Мы сейчас выпускаем стрелы. Выпускаем вот это. Молнии выпускаем. Сейчас мы подлечимся. Да, сейчас мы подлечимся. Заморозка нам ничего не дает. Так. Возьмем меч. Так, ну пока мы это ничего не используем, потому что нам нужно это по максимуму использовать. Так, подлечимся быстренько. Нет, 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 нет. Попробуем, может быть, когда он будет, сам подпрыгнем. А, не успел. Все, он убил нашего доблестного рыцаря. Так, ну мы сейчас ждем, когда уже по максимуму сейчас дойдет, и уже по максимуму будем его гасить. Гасить по максимуму. Так, сейчас вот так вот сделаем. Вот так. Молнией. Подлечимся. А, ну все. В принципе, мы его убили и во второй раз. У нас это получилось прекрасно. Так, мы получили 2 посоха и 1 меч. А, ну все. Сейчас мы опять поздравляем. Выполнено. Спасибо за игру. Ну что ж, дорогие друзья. Видимо, игра, она пройдена. Поэтому я поздравляю вас. Спасибо за просмотры. Также ссылка на плейлист с прохождением под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось прохождение, пишите комментарии. Всем пока-пока.